Привет, это канал IT User Help. И сегодня в этом коротком видео я хочу рассказать о том, как решить проблему, если в вашем медиаплеере VLC при воспроизведении MKV файлов постоянно возникают ошибки, либо плеер просто вылетает. Итак, давайте приступим. Запустим наш VLC медиаплеер. Перейдем в пункт «Инструменты». В самом низу выбираем настройки. Левая кнопка мыши, заходим. Далее находим ввод и кодеки. Левая кнопка мыши. Выбрали это меню. Далее кодеки. Декодирование с обратным ускорением. По умолчанию стоит автоматически. Если у вас есть проблема с MKV файлами, можно попробовать отключить. В большинстве случаев это решает проблему. Нажимаем сохранить. Перезагружаем наш VLC Media Player и пробуем запустить тот MKV Media файл, с которым у нас были проблемы. Если это не помогает, то возможно файл MKV бракован. Проверьте на другом MKV файле. Если и на другом MKV файле такие проблемы есть, то выход остается переустановку VLC Media Player. Для этого нужно удалить VLC Media Player заново с официального сайта. Очень важно скачать медиапроигрыватель с официального сайта и по новой установить. Возможно, какие-то файлы при установке повредились, и повторная переустановка решит вашу проблему.